Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». Микрофон у Ольги Болезина. Здравствуйте. В Кирове ожидается провал по инвестициям. По итогам 2020 года их объем упадет до 33 миллиардов рублей. Это на 8 миллиардов меньше, чем в прошлом году. При этом власти ожидают, что уже в следующем году поток инвестиций начнет восстанавливаться и достигнет отметки 39 миллиардов рублей. А к 2023 году поднимется по сравнению с текущим вообще в полтора раза и составит 48 миллиардов. Такие данные обозначены в прогнозе социально-экономического развития города. Программа «Экономика». ВТПП получила награду за борьбу с COVID-19, медали, грамоты за бескорыстный вклад в организацию Всероссийской акции «Взаимопомощи мы вместе», которую учредил президент. Туда стоились около 200 кировских волонтеров и организаций. В частности, получила награду Вятская торгово-промышленная палата и предприятия, которые являются ее членами. «Вятич», «Перспектива 43» и «Два Андрея». Они это весной и осенью подготовили и упаковали более 25 тонн антисептика, чтобы бесплатно раздать кировским организациям. Всего в стране награды получат почти 20 тысяч человек. Например, в Томске отметили волонтеров, которые построили новые вольеры в приютах для собак. Также отмечены руководители региональных штабов акции «Мы вместе», которые появились с началом пандемии. Крупные компании вроде Яндекса и Сбера. А также самый юный волонтер – 10-летняя девочка из Тульской области, которая во время пандемии рассказывала детям сказки по телефону. Экономика на 101FM. Мошенники узнают конфиденциальную информацию, рассылая письма от имени Т+. Компания предупредила о случаях, когда предприниматели получают письма с приглашением принять участие в торгах, запрашивают информацию, в том числе конфиденциальную. Т+ заявляет, что все закупки компании опубликованы в плане на сайте единой информационной системы и дублируются на сайте компании. В случае получения обращений сомнительного характера, не позволяющих идентифицировать закупку или отправителя запроса, просят сообщать Т+. В завершение о валютах. Рубль продолжил укрепляться накануне. Доллар стоит 76,40, официальный евро 90 рублей 36 копеек. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM.